Всем привет! Мы на даче, и я, конечно, буду снимать для вас очередной влог. Напомню, что живем мы в городе Владивостоке. У нас сегодня 30 октября на дворе. Такая красота. И 14 градусов тепла. Ну, вот такая осень. Хотя были уже холода и морозы. Что-то уже прибило морозцем немножко. Что сегодня планирую делать? Сначала не могу по поводу хризантем вам не рассказать. Смотрите, мята просто буйствует, никакие морозы ей нипочем. Хочу обратить ваше внимание, смотрите, петунья. Это поздняя петунья, в смысле поздняя. Был у меня один кустик петуньи. Как-то он задержался с ростом, сидел-сидел, но я решила его вот пересадить вот в это кашпо и поставила на грядку. Оно уже... Смотрите, корнями зацепилась в грядку, питания ему много, и он, она, эта петунья, вот так себя чудесно чувствует. Делаем выводы. И вообще, по этому сезону я сделала такой вывод, что петунья больше любит в открытом пространстве, в какой-то клумбе такой большой. Поэтому в этом году я буду из ротанга плести специальные такие клумбы круглые, чтобы они как бы над землей возвышались, и их не надо было косить, ну, в смысле, не опасно было косить, не скосить, вот, и в эти клумбы у меня пойдут вот такие петуньи. Петуньи в этом году буду выращивать немного, в следующем, вернее, потому что хочу еще алисум, мне очень понравился, ну, в общем, все, конечно, не вырастешь, но... Тем не менее, цветет красавица у меня. Какой у нее аромат вообще. Это мультифлора. Посмотрите, какая красивая. Она как бы позже расцвела, вот эта бордовая. Но аромат стоит вообще просто великолепный. Что буду с мультифлорами делать, меня спрашиваете уже неоднократно. Вот смотрите, прошлый раз, в прошлом влоге, я оставлю вам ссылочку в уголке. Я обрезала вот эту мультифлору, это которая была белая. Смотрите, какие у нее вон там начинают вот эти сильные, хорошие побеги расти. Видите? Я заберу это кашпо домой. Вот эти побеги у меня вырастут, и я их возьму на черенки, когда мне нужно будет к этому моменту. И буду сажать тоже в кашпо. Кашпо все я запрятала в теплицу. В прошлый раз показала, и вы меня спрашивали, не высохнут ли они. Так, и параллельно, что буду делать сегодня? Вон там еще желтую обрежу. Обрежу желтую мультифлору, она уже тоже отцвела. Я сегодня, у нас, так как еще тепло, и на днях, на выходных обещают до 18 градусов, я подсоберу вот эти гортензии. Вот у меня гортензия. И вон там гортензия. Сейчас. И вот здесь у меня гортензия крупнолистная блаумайзе. Такие синие шапки у нее. Вот сейчас видно, как она цвела. Вообще она у меня цветет, как правило, два раза за сезон. Но в этом году она подмерзла, поэтому у нее было только одно цветение. Я сейчас пообрезаю вот эти вот шапки. И нам нужно сохранить вот эти зеленые почки, которые у нее есть. Как я ее укрываю? Я ее не распластываю, как многие. Именно поэтому она у меня красивым шариком сразу с весны начинает обрастать. Я ее собираю, я уже показывала, вот так вот столбиком. Наматываю несколько веревок, ну то есть веревкой связываю, и потом набрасываю. Вот сейчас я наброшу один слой спанбонда. Просто если будут небольшие похолодания до нуля, это пойдет. А потом, когда у нас уже будет понятно, что устанавливается холод, я беру 10-метровый спанбонд и в несколько слоев вот так вот обматываю ее. И в принципе этого хватает. Вот эта гортензия, которая давно старенькую я уже покупала, прекрасно все растет, сохраняется. А вон ту гортензию я сама отсаживала. Это дочка вот этой моей гортензии, ну или сыночек, не знаю. Не знаю, как хотите. Вот этой моей гортензии. Вон той
тоже она уже хорошо здесь и себя чувствует. Гортензия очень легко черенкуется и переносите ее куда хотите. Меня спрашивали, не пересохнет ли здесь, ничего не пересохло. Я, когда мы уезжали в Кашпо, полила, смотрите, какая расцвела красавица. И я думаю, что они сейчас у меня все здесь расцветут, но потому что если на улице так тепло, то в теплице у нас еще жарче. И сейчас я, конечно, возьму шланг, по всем пройдусь. Пока я не буду закрывать землю, там, видите, еще у меня сорнячки подрастают. Пусть подрастают, и потом вся зеленая масса, она там же останется, и там же на грядках это все перегниет, ничего страшного. Вот, и эта роза тут принялась, прям в рост кинулась. Ну, в общем, все себя чувствует здесь прекрасно. Вот. Надеюсь, эти розы здесь хорошо перезимуют. Вот, пошла дальше. Сейчас полью все и замотаю вот эти вот гортензии. Так, спрашивали меня еще. Сегодня хочу собрать лук-порей. У меня здесь уже немножко осталось его пирожки. Вот такой лучок. Хороший, нормальный лук в этом году получился. Этот не выкапывается. Можно его до морозов держать. Видите, ничего копать не надо, когда у вас такой грунт. Раз, и все. Вот. И тоже обычно до морозов. Там вон еще руккола у меня есть. Соберем на салат. И сельдерей красавчик тоже можно. Так, сейчас иду поливать все, что в теплице. Это в музыке мяукает?
Ну что, да, готова я наконец-то показать вам, что мне пришло из семян на следующий год. Просто хочу сказать, что у коллекционеров уже сейчас пора закупаться семенами. Конечно, обязательно покажу, что у меня взошло в зимнем огороде и что я выбираю для зимнего огорода. Сразу хочу сказать, что, во-первых, живу в Владивостоке, кто еще не знает. Зимний огород уже посадила, уже практически все взошло. Даже начал сходить мой перчик, семена которого я собирала сама. Это перец лисичка, желтенький. Вот, вообще посадила, посеяла редис, огурцы. Редис в этом году посеяла первый раз, огурцы шоша посеяла. И каменный цветок очень хотела вот купить, дорогие семена, конечно. Каменный цветок, 5 семечек было, все взошли. Балконное чудо посеяла, тоже взошло. 4 семечка посеяла, 4 взошло. Все, я очень довольна в этом году. Зимним огородом будем с зимними овощами на Новый год. Ну а сейчас мне пришло письмо от коллекционера. Дело в том, что я всегда и в сезон, ну в сезон, да, летом выращиваю обязательно и гибриды, и семена от коллекционеров. Гибриды, дело в том, что сейчас покажу, какие гибриды я выращиваю. Вот у меня уже здесь семена кое-какие готовы. Вернее, как готовы. Я закупаю, ну, можно сказать, наперед, потому что вот, доставка дорогая, поэтому я покупаю сразу 2 пакетика. Хватает мне их очень надолго. То есть сейчас я в этом году и не закупалась семенами. На ранний урожай из гибридов. Я очень люблю сажать томат пламя. Неоднократно вам показывала. И прошу даже не говорить, что это какая-то реклама. Вот я просто от чистого сердца очень вам рекомендую. Высеваю буквально 5 растений. Лирика, пламя и агаша. Вот 3 томата, которые я сею на ранний урожай. Здесь 0,5 вот семечек грамм. Короче, схожесть у них вообще 100%. Сколько я не сажала томаты от компании «Партнер». Вот кто сеял, пожалуйста, можете мне возразить или сказать что-то, что это действительно так. Ну вот «Балконное чудо» тоже желтенький вот такой от компании «Партнер» у меня было. И «Каменный цветок» для зимнего огорода. Так вот, вот эти вот гибриды, которые я вам сейчас показала, я высеваю по, ну, в общей сложности где-то 5-6 растений на ранний урожай в конце февраля. И у меня в середине, конце мая уже есть зрелые томаты, потому что я их выращиваю в большие кашпо и в апреле перевожу в теплицу. И там уже они у меня доращиваются и дальше растут. Но для еды, конечно, я очень люблю какую-то часть томатов посадить сортовых, чтобы они были крупные, такие сладкие. Я не скажу, что гибриды каким-то образом хуже или лучше. У них есть свои преимущества. Преимущество гибридов в том, что они более стойкие к заболеваниям, к разным. Привет тебе, дорогая моя. Все тебя ждали. Да, конечно. Вот. Но, тем не менее, значит, и гибриды, и сортовые выращиваю, и нет у меня для разных целей. Нет у меня каких-то предпочтений, что люблю я только сортовые, или люблю я, например, только от коллекционеров. Вот такое долгое у нас включение получилось. И сейчас хочу рассказать про семена коллекционеров, которые я заказала. Из Воронежа в этом году заказаны у меня семена. От блогера. Так, Сандра, она сейчас начнет прыгать. И давай, покажи, как ты прыгаешь наверх. На второй этаж. У нас там двухъярусная кровать. Вот так. Значит, блогера у нее в телеграм-канале. В телеграме есть канал, где она рассказывает. Сразу все. Где она рассказывает про свои томаты. Кстати, у нее очень много рецептов дает, всяких отжиг, засушенных, сушеных томатов, не сушеных, из всяких овощей огромное количество заготовок. Причем заготовок, знаете, рецепты со всего мира называются. Я в описании к этому видео оставлю ссылку на канал Елены.
переходите, у нее канал только в Телеграме, и там можно заказать семена. Еще есть пока, в ноябре она будет принимать заказы на семена. А, вот что я заказала, хочу вам показать лимскую фасоль. Кое-какие семена я собрала в этом году, а у нее заказала полярную звезду. Это вот такая, видите, у нее немножко другой цвет, не тот, который я показывала. Кстати, я приглашаю всех, и кто будет смотреть меня в Ютубе, на свой телеграм-канал, потому что я и заготавливаю семена тоже. Вот, например, лимскую фасоль в этом году, другой сорт, я заготовила для того, чтобы посеять в следующем. Лимская фасоль просто шикарная, очень вкусная. Ее даже можно в зеленом виде кушать, она очень сочная и сладкая. Сколько томатов, перец шишита. Вы знаете, наверное, кто давно меня смотрит, что я поклонница вообще острых перцев. Очень хочу перец цицак, по-моему. Ой, халапеньо свит. Это ранний низкорослый сорт. Вкус плодов слабоострый, сладковатый, с фруктовыми нотками. На кусту вызревает до 35 плодов, длиной 5-8 сантиметров и массой до 50 грамм. Представляете, сразу 35 плодов. Это же какая красота на кусту. Я вот даже халапеньо свит обязательно посажу сейчас на зимний огород. Шишита, куст до 60 сантиметров, обладает особенностью. На 10 сладких перцев попадается один острый. Вот перец шишита делают обычно на гриль. Это очень вкусно. И как здесь сказано, один из 10 попадается острый. Представляете, как здорово. Я обожаю острые перцы. Посмотрите, в каждый пакетик вложена вот такая инструкция, где рассказано, какой перец или томат, как его выращивать. Вот. Отличный вкус и урожайность. Бавария. Среднеспелый, устойчивый. Плоды до 150 грамм. Ярко-желтые, с розовым румянцем. Я люблю желтые томаты. Посмотрите. Вот такие семена расфасованы. Все очень классно. Давайте еще по перцам пробежимся. Цицак армянский. Я так давно его искала. И вот, пожалуйста. Видите? Дело в том, что когда делаешь заказ у Елены, там... Но, если честно, я не следила. То есть я сделала заказ, какие-то сорта уже заканчиваются, естественно, она их не докладывает, ну, потому что их уже нет. Вот, и получается, что такая немножечко сюрприз, что тебе придет, а что не придет. Ну, конечно, это можно отслеживать, но у меня времени, если честно, не было, поэтому сейчас я как будто бы первый раз вижу эти семена, хотя я их сама, конечно, заказывала. А цицак я очень давно искала, спрашивала у своих подписчиков в телеграм-канале. Мне обещали выслать. Если вышлют, я обязательно поблагодарю в эфире и буду очень счастлива, потому что цицака много не бывает. Я хочу прям грядку вот 4-метровую всю засадить цицаком этим, и потом будем мариновать. Очень уж я люблю, это такой полуострый. Плоды длинные, красные, до 20 сантиметров, толщина стенки до 5 миллиметров, мякоть сладко-острая, идеален для квашения и маринования. Вот именно для этого выращивают армянский цицак. Обожаю просто, просто обожаю. Я вообще, ну, частенько покупаю его участников, его квасят и продают в расфасовке. Поланечка чудо, сорт средний ранний, длина плода 17,5 см, ширина 6,5, вес 150 грамм, толщина стенок 6-7 мм. Лучший сладкий перец для приготовления настоящего леча. Вот этот сорт я тоже давно искала, и купить его можно только у коллекционеров. Так, что тут еще? А, Леся желтая, Леся красная у меня есть. И Лесей красной я делилась со своими подписчиками в прошлом году. И многие вырастили сами. Представляете, мои семена взошли. Я просто счастлива, потому что не так давно я начала заготавливать свои семена перцев удачные. Вот в этом году и Лисичка, и Фьюджи от партнера специально купила сорта и заготовила их. Буду выращивать уже свои. Вон Лисичка у меня уже всходит. Я сейчас зимний огород обязательно покажу. Так, гагашар красный, гагашар это шикарный просто, и гагашар желтый, такие шары, очень толстостенный, очень урожайный сорт, я выращиваю его практически всегда. Смотрите, семян как много, обязательно переходите к Елене, заказывайте семена, потому что ассортимент
очень большой, хотя и заканчивается, но, по-моему, перцы еще не заканчиваются. И пимента дель пиквилью. Это куст до 70 сантиметров. От посадки до созревания 70-80 дней. Стручки конические с острым кончиком длиной около 8 сантиметров для гриля, запекания и фаршировки. Пимента дель пиквилью – это паприка сладкая, испанская, вот перец, из которого именно делают паприку. Вот такая бумажка. Вот, тоже буду, естественно, буду собирать семена. И если получится у меня много семян, то в следующем году, ну, буду кому-нибудь дарить, раздаривать. Вы тоже можете это делать обязательно. Но сначала к Елене за прекрасный таким, знаете, ассортиментом семян можете выбрать все, что угодно. Там и гагашары всякие разные, и острые, и не острые. Очень большой ассортимент, кстати, перцев. Томат бордюрный румянец, индет, среднеспелый, завязываемость великолепная, плодоножение длительное, плоды плоско-округлые, ребристые, красные, сочные, сладкие, как мы любим взять томат вот так вот, прям его съесть. Красота. Бифштекс кустовой, уже не буду вам, римский полосатый, индет 1,8 метров, плоды до 250 грамм. Может быть, какие-то вы встретите сорта, которые давно искали. Томат лукум раннеспелый, очень такой бочонок округлый, с носиком, красивый очень. Томат, главное, что он очень сладкий. Томат Corazón de Egilio, это сердечный томат. Плоды красные, малиновые, до 900 грамм можно вырастить, представляете? Я, конечно, никогда не гонюсь за, ну, за размером и весом плода. То есть некоторые специально удаляют часть плодов на кисти, чтобы потом вот несколько плодов вызрело очень гигантских. Мне этого не надо, мне каждый томат вкусен, прекрасен. Так, польская слива тетушки Сварлом. Вот, польский томат. Фатер Рейн. Полудетерминантный, 150 мм, срок созревания 110 дней. Плоды красные, сердцевидные, с носиком. Как я люблю. 300-700 грамм. Мякоть красная, мясистая, сладкий. Редкий сорт, между прочим. Вот даже написано «редкий сорт». Кстати, конечно, вы понимаете, что это не все сорта, которые есть в наличии у Елены. Поэтому переходите, там у нее есть целый каталог. «Мечта Алисы», пожалуйста. Кичкимети юбилейный. Кстати, это очень крупное куриное яйцо. Очень известный и популярный сорт для маринования как раз. Бабуля Бёс. Крупноплодный, урожайный, с длительным периодом плодоношения. Огромные, вкусные, красные плоды до 1 килограмма. И часто даже больше бывает. Знаете, шикардос. Обязательно буду вам в следующем году все это показывать. Обязательно. Суровая дыня Поволжья, вот, до 400 грамм, мякоть карамельного цвета, густая. Томат Фляшен, Фляшен выращивала, суперурожайный сорт, индет, плоды красные, плотные, собраны в мультикисти, подходят для вяления, цельноплодного консервирования. Как раз для этих целей я Фляшен и взяла Фляшен. И вот у меня есть еще томат Пламя, они прекрасно на и консервирование, и вяление, и томаты конфи, рецепт, который я в этом году подсказывала. Томат Гиганте МБ, индет, куст мощный, плоды крупные, до 1 килограмма. Подарок из Италии, индет, мякоть абрикосового цвета, плотная, вкусная. Так, Физалис Королева Мальналько, древний сорт ацтеков. Представляете, это физалис, древний сорт ацтеков. Кто любит физалис, пожалуйста, добро пожаловать. Смотрите, сколько семян там внутри. Там физалис вообще достаточно пару кустов вырастить, чтобы потом наслаждаться этими прекрасными ягодами. А здесь, насколько вам хватит, сможете даже с кем-то поделиться. Куст раскидистый до 1,5 метров, требует подвязки. Плоды огромные, сердцевидные. До 10 сантиметров плоды, представляете? Я вам обязательно выращу и покажу этот физалис. Но если вы закажете тоже, будем выращивать вместе.
Ссылочку оставлю. Пошлите теперь. Ну, это все, что я заказала. Не так много, ну и места у меня не так много. Я хочу сказать, что я заказываю ровно столько, сколько я посажу. Ни больше, ни меньше. Вот есть у меня место, значит, каждого сорта обычно по 2, но максимум 3 растения я высаживаю. Поэтому вот так вот. Поэтому немного. Сами переходите, что-то ищите. Все описания есть на канале. У Елены ссылочку оставлю. А вот это вот я прям очень хотела. Прям лимская фасоль, это стало моей желанной фасолью. Пошлите в мой зимний огород. Так, на застекленном балконе у меня стоит вот такой редис. И у него уже пошел один настоящий листочек. Вот он расти. Значит, это редис Селеста, который я выращиваю из года в год уже на протяжении 5 лет. Профессиональные семена от компании Энзозаден. Я в этом году делала совместную закупку со своими подписчиками в телеграм-канале. Так что мои подписчики, кто хотел, все набрали этих семян. Хочу обратить ваше внимание, уже неоднократно говорила. Это семена со 100% схожестью. В них нет никакого мусора. Семена все покрыты, обработаны тирамом. Поэтому вот сколько вы высадите сюда, вот я как через 3 сантиметра их высаживала, то есть я и в теплице весной ранней, в марте, я сею не присаливанием вот так вот, а именно раскладываю через 3 сантиметра, и каждая семечко всходит. Я обязательно и дальше буду рассказывать, как себя ведет этот редис в закрытом грунте, потому что это мой первый опыт. Если у вас уже есть опыт выращивания, пожалуйста, поделитесь редисом, я имею в виду в закрытом грунте. Как только я увижу, что он благополучно начинает завязывать корнеплодики, я посею еще один такой контейнер. И этот соберем, тоже сюда посею. В общем, такой будет круговорот. Естественно, так как здесь у меня закрытая, то есть у меня вот здесь плошка примерно 7 сантиметров высотой, полностью заполненная грунтом. Так как это закрытый грунт, то обычно редис мы ничем не кормим, потому что он быстро нарастает и может накапливать пестициды в себе. Ну, в смысле, он берет в себя очень много сразу для того, чтобы нарастить корнеплод. Поэтому редис обычно ничем не кормится. Но так как здесь закрытый грунт, то я добавила немного удобрения гранулированного. Что это может быть? Это может быть... Я сюда, в частности, положила Green Life. Можно навоз куриный или конский, только гранулированный, уже готовый, обработанный, чтобы не было никаких на нем болезни, то есть, ну, не какой-то там найденный или купленный на дороге. Вы должны быть уверены в качестве того удобрения, которое применяете. И при каждом поливе я также буду добавлять немножко либо биогумуса, то есть капельку, не сильно много, конечно, но так как в этом, понятно, контейнере питания нет, куда взять, то придется все-таки кормить. В принципе, весь зимний огород мы всегда кормим достаточно хорошо. И вот остальная часть моего зимнего огорода, но пока еще не вся. Смотрите, уже всходит у меня здесь, это мои семена перца лисичка. Посадила здесь 5, ну вот это вот первый только. Дальше посмотрим. Мне 1-2 достаточно, он очень урожайный, этот перец лисичка. Посадила 5, чтобы посмотреть, насколько, какова будет схожесть. Посмотрим. Дальше у меня здесь посеян базилик. Это фиолетового немножечко, и в основном зеленого, потому что мы любим песто. Естественно, его нужно будет рассадить. Как сеяла базилик? Базилик всегда нужно сеять по поверхности, не присыпая землей. То есть насыпала, утрамбовала немножко, рассыпала семена, побрызгала, накрыла пакетом. Буквально через сутки у вас уже семена покрываются такой голубоватым налетом. Это у них разбухает оболочка, которая с маслами. И через 3-4 дня у меня появились уже всходы. И вот он прекрасно растет. Слишком густо сеять базилик нельзя, потому что он очень склонен к черной ножке, и у вас половина все равно выпадет базилика, если вы его посеете очень густо. Вот так вполне достаточно. Я прям кучками по 3 растения рассажу его в большие кашпо. Здесь у меня также 3 огурчика. Это огурчики Шоша. Буквально они взошли у меня тоже за 3 дня. И вот 2 дня они здесь стоят, появился листик. Уже буду пересаживать в больший объем. Потому что огурец очень быстро наращивает корневую систему. И сразу же буду сажать их на постоянное место. Потому что огурец не любит пересаживание туда-сюда.
А вот томатики, смотрите, как раз у меня вот 5 томатов, это каменный цветок. И вот здесь 4 томата, это балконное чудо. Все 100% взошли, и здесь 4 сеяла, и здесь сеяла 5, всю пачку. Томаты уже можно пересаживать тоже. Ну вот сейчас появится вот у этого запоздалого тоже листик настоящий, вот у этих уже появилось. Рассаживаю по контейнерам 3-литровым, в которых они и будут дальше расти. Хотя томаты можно постепенно в литровый, потом в 2-литровый, потом уже в 3-литровый, когда будет взрослым растение. Здесь смотрите сами, томаты любят, когда тревожат их корни эти ребят, они наоборот так быстрее вырастают. Ну вот, в принципе, когда рассажу, огород уже будет такой приличный. Как буду сажать, куда огурцы? Огурцы я привезла просто мешки из-под грунта, старые, которые у меня были. В них я насыплю примерно 10 килограмм грунта. Вот 10 килограмм нужно на один огурец, чтобы он давал хороший урожай. Также нужно грунт заправить чем-то вкусным, долгоиграющим, ну и все, на 3 месяца вам будет урожай обеспечен. Когда буду пересаживать, я обязательно покажу, пока показываю результаты первых посевов. Сейчас вы можете начинать все это сеять, очень вас всегда призываю. Смотрите, у меня тут еще вот с улицы взяла, тоже нужно рассадить, все обязательно вам покажу. Очень вас прошу, не закупайтесь впрок семенами, распланируйте, что вы и как делаете, потому что семена, когда они свежие, они хорошо всходят. Вот, пожалуйста, тоже 3-4 дня и взошел уже перец. Обычно люди мучаются с перцем. Что значит хорошие свежие семена, а потом с несвежими семенами вы себя мучаете просто, они не всходят, вы начинаете пересевать, вы злитесь, говорите, что агрофирмы или там, где вы купили, плохие вам семена продали. Нет, просто планируйте, возьмите тетрадку, распланируйте, что и когда вы будете сеять. Вот, например, одной пачки базилика фиолетового и зеленого хватит на весь сезон. Вот я посеяла сейчас сюда. И еще у меня осталось на посев весной. Все, одна пачка. Не нужно закупаться 10 пачками. Это ни к чему хорошему не придет. Только к нервам. И все. Я желаю вам хороших зимних урожаев. Присоединяйтесь. Будем вместе все выращивать. Заказывайте качественные семена, проверенные. Ну, и всем хороших урожаев.